Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз, два, три.
Дорогие друзья, разрешите вас приветствовать от имени Московской читательской организации «Литературная газета», наш тема, где мы совместно с объединенными СОСК проводим круглый стол и основу этого круглого стола. Опытным глазом Владимир Георгиевич правильно все оценил. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы рады всех приветствовать в старых литературных пенатах. Благодарим прежде всего Джохана Джепа и ее помощников за то, что у нас сегодня состоится и проходит, начинается эта встреча. На самом деле хотелось бы поговорить не только о самом событии 350-летия российского триколора, что само по себе вообще, конечно, интересно, потому что для многих, даже вот нас, и там, скажем, я как куратор, как сказал Максим, исторических тем, вообще сложно представить, что нашему триколору уже 350 лет. Ну, конечно, хотелось бы разговор построить так пошире, поговорить о проблемах воспитания исторического, особенно молодежи. Я хотел бы для начала всех представить, чтобы мы знали, кто есть кто. Вот по этому списку, который передо мной. Итак, Захаров Виктор Николаевич, заместитель директора Института российской истории Российской академии наук по научной работе. Очень приятно. Курбатова Анастасия Владимировна, советник главы городского округа Луховицы Московской области. Поближе к столу, потому что тут еще такой есть момент, что микрофон нужно будет каждому выступающему держать поближе к себе. Малиновский Сергей Викторович, генеральный директор фонда «Нижегородский Кремль», член Российского географического общества. Хорошо известный нам Могилевский Константин Ильич, исполнительный директор фонда «История Отечества». Петров Андрей Евгеньевич, советник министра просвещения Российской Федерации, ответственный секретарь Российского исторического общества. Полыва Джохан Реджепова, вице-президент ООСК по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти. Пчелов Евгений Владимирович, заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин историко-архивного института РГГУ. Шаблин Андрей Александрович, доцент Государственного социально-гуманитарного университета Коломна. Также мы рады приветствовать здесь наших друзей, соратников. Илью Житомирского, директора Департамента информационной политики и корпоративных коммуникаций ООСК. Веру Марунову, сотрудника пресс-службы Российского исторического общества. Никиту Пичугина, исполняющего обязанности директора Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями ООСК. Особо Никиту благодарим, поскольку он много усилий приложил, чтобы встреча состоялась.
Также Владимир Георгиевич Бояринов присутствует. И, конечно же, если захочется, можно поучаствовать в нашей дискуссии, безусловно. Я думаю, что мы не будем как-то жестко там ставить время. Ну, хорошо бы, наверное, укладываться там 5-7 минут. Но если есть что сказать, то, как говорится, милости просим. Я знаю, что куда-то поторапливается Константин Ильич, да? Может быть, мы попросим вас начать? Да, спасибо, уважаемые коллеги, спасибо литературной газете, Объединенная судостроительная корпорация за то, что вот, тема эта поднимается, 350-летие российского триколора, бело-сине-красного флага, которая рассматривается так вот, уже складывается в последние годы, в неразрывной связи с началом российского государственного кораблестроения. И связывается с 350-летием корабля «Орел», первого русского военного корабля, построенного по государственному заказу. Но так сложилось, что мы вот на протяжении нескольких лет с рядом коллег этим занимались, но присутствующие здесь Андрей Александрович Шабрин и Евгений Владимирович Пчелов занимаются этим вопросом давно. Как говорится, собаку съели. Я поэтому, может быть, в двух словах напомню, о чем идет речь. Что вот история постройки корабля «Орел», она хорошо документирована. Сохранилось дело в Российском государственном архиве древних актов о постройке вот этого корабля «Орел». Значит, это дело было достаточно известным, его не вдруг обнаружили. Им пользовались историки в XIX веке, обращались к нему в XX веке. Корабль «Орел» – это вот такая известная, не всплывшая из небытия тема. Еще мы все, наверное, школьниками в разные советские годы имели возможность клеить вот этот корабль «Орел». Значит, поэтому не вдруг обратились к этой теме. Помнил о постройке корабля прекрасный Петр I. Было это связано, ну, собственно, с тем, что по указу царя Алексея Михайловича, его отца, все это делалось. И Карстен Брандт, один из корабельных мастеров, который работал на постройке корабля «Орел», был одним из наставников, первых наставников Петра I в кораблестроении. Ну вот с этим, в общем, историки склонны связывать тот факт, что Петр, редактируя морской устав, лично, по всей видимости, вставил туда вот этот пассаж про корабль «Орел», про то, что хотя дело отеческое не получило конца своего, все равно оно вечно, все равно оно, значит, продолжение достойно. Понеже от него, як от доброго семени, произошло нынешнее дело морское. Вот. По поводу строительства корабля «Орел» все, в общем, ясно. Строительство осуществлялось во многом в ручном режиме. Занимались этим делом голландцы. Стройка велась на Денинской верфи. По любой мелочи голландцы обращались к царю, к Алексею Михайловичу. То не хватает дерева, то не хватает канатов, то не хватает железа, что по каким-то еще вопросам воевода идет, не идет навстречу, не хватает рабочей силы. В общем, проблем было много, и все они очень короткие по нынешним меркам сроки решались, потому что за год корабль был спущен на воду и чуть вообще не ушел, если бы не холода. А на следующий год, через два года с начала строительства, был уже введен в эксплуатацию, отпущен вниз по Волге. Был в Нижнем Новгороде оборудован вооружением, вставлены пушки, там сели на него стрельцы. Дошел корабль до Астрахани. Поход корабля «Орел» до Астрахани описан, тоже документирован. Описан в воспоминаниях Яна Стрюся, голландского авантюриста, который участвовал в строительстве корабля. Он дошел до Астрахани. Пишет о том, как
Значит, здесь зашли на мель, там зашли на мель. С помощью корей снимались с этих мелей. Теряли якоря. Путь корабля «Орел» до Астрахани был усеян якорями. Ну, а в Астрахани, как известно, он был уже интернирован восставшими под командованием Стеньки Разина. Вот, и, ну, как пишет Сергей Михайлович, Соловьев сожжен. Ну, есть предположение, что Сергей Михайлович это для красного словца сказал, поскольку фактов нету, документов нет. Ну, неважно. В общем, так или иначе, он то ли сожжен был, то ли сгнил, пропал. Голландцы дернули через море на подручных плавсредствах. И, значит, что дало возможность Яну Струйсу потом оставить вот эти записки, которые мы можем, на которые можем опираться. Значит, и вот в этом деле, в ходе переписки строителей, голландских строителей корабля с царем Алексеем Михайловичем, возник вопрос о флаге. По-видимому, до тех пор он не вставал. Голландцы предложили царю определиться со знаменем. Писали, что кораблю нужно знамя. А какое знамя? Вот обычно какого государства корабль, такого государства и знамя. Вот это первый факт, которым мы располагаем. Второй факт – это ведомость. Чтобы по ведомости были закуплены ткани, если говорить, там, называть их современным языком, трех цветов – белого, синего и красного. Достаточно ли этой информации для того, чтобы говорить о том, что именно тогда на корабле «Орел» взвился вот триколор в современном виде? Но не вполне достаточно. Это мог быть, собственно говоря, голландский флаг. Если ответ царя не сохранился, значит, может быть, его вообще не было. Может, он оставил это на усмотрение голландцев, может, еще что-то неизвестно. Остается тут простор для предположений, гаданий, подтвердить все равно не сможем никогда, по всей видимости. Значит, есть ли другие источники, говорящие о том, что при каких-то других обстоятельствах триколор бело-сине-красный был определен в качестве государственного символа? Таких источников нет. Поэтому мы можем говорить, и это, значит, сказано в заключении Российского исторического общества, подписанного членом Президиума Мариева, директором Института российской истории Александром Петровым. Вот Виктор Николаевич Захаров, его единомышленник, коллега, заместитель как раз здесь с нами работает. Он говорится о том, что оснований предполагать, что бело-синий-красный флаг появился при каких бы то ни было других обстоятельствах, документальных оснований у нас для этого нет. Поэтому, вот как пишут и коллеги Пчелов, и Шаблин, больше всего оснований связывать появление флага со строительством корабля «Орел». И еще немаловажный момент, зачем нужен был флаг. Были же до этого хоругви, ходили с хоругвями в пешем строю. Вот, на корабле уже хоругвь не годится, на корабле ветер, простор, значит, там флаг должен развиваться. В каком месте был флаг поднят, если был поднят? Не знаю, неизвестно. Сказал уже о том небольшом количестве источников, которые мы здесь располагаем. Мог ли он быть поднят в Дединово? Безусловно. Там он был спущен на воду, оттуда вышел. Могли ли голландцы двигаться без флага? Трудно сказать. Значит, был ли он поднят в Нижнем Новгороде, где корабль был снаряжен вооружением, на него посажены стрельцы, как бы сейчас сказали, принят в состав военно-морского флота? Наверное, мог бы. Были ли для этого какие-то тогда основания, традиции, значит, поднимать флаг тогда, когда на корабле ставятся пушки? Не было таких традиций. Все делалось в первый раз заново. Значит, и мне поэтому кажется, что ну вот эти споры, которые есть, они, ну, слава богу, что они есть. И может быть Дединово, может быть в Нижнем Новгороде. Неважно. Главное, что
не слышно точек зрения в поддержку того, что флага вообще не было на Орле. Вот. И мне вот, например, представляется, что здесь даже нет большой разницы, где он был поднят, если был поднят. Дедино, в Нижнем Новгороде. Это вот, ну, для меня это то же самое, что родину делить. Вот одинаково дороги. Дедино, Нижний Новгород. Вот, поэтому мне кажется, что дата это, ну, дата прошла, это май 69 года, спуск Орла на воду и вообще движение его, не спуск на воду, уже начало его движения по Волге, по Оке и Волге. Вот, день государственного флага у нас 22 августа, поэтому, мне кажется, мы имеем все основания для того, чтобы вот сейчас, в преддверии 22 августа, недолго осталось, вот об этом говорить, что это год 350-летия нашего триколора. Внимание к государственным символам, к их истории, ну, оно лишним никогда не бывает, поэтому еще раз спасибо инициаторам, организаторам сегодняшнего круглого стола. Большое спасибо, Константин Ильич. Как следует из того, что вы сказали, из заключения Юрия Александровича Петрова, можно так сделать вывод, что, в общем, присутствовал некий элемент такой случайности того, что появилось вот именно три цвета. Насколько это так и насколько это не так? Виктор Николаевич, может быть, вы как-то поделитесь своими соображениями на этот счет? Уважаемые коллеги, есть, да, звук? Уважаемые коллеги, я не являюсь специалистом по вот этой отрасли знаний, которая называется вексиллология, которая изучает знамена и флаги, но так как я здесь представляю Институт российской истории, и имеется заключение, которое уже подписано нашим директором, где в общих чертах говорится о том, что уже сказал сейчас Константин Ильич, я со своей стороны могу сказать, что, во-первых, у нас есть достаточное свидетельство, которое позволяет заключить, что именно вот в 1669 году начинается история российского триколора. Потому что здесь мы имеем документы, где прямо записано, что для русского корабля были закуплены ткани определенного цвета. Это уже достаточно много. И более ранних свидетельств такого рода именно триколории у нас не имеется. И поэтому мы имеем все основания начинать отсчет вот, истории российского флага, истории его создания именно с этого момента. И в этом смысле уже не имеет принципиального значения, значит, был поднят флаг, не был. Главное, что его уже в это время решили создать. И очевидно было решение царя. Недаром, что когда уже повторно эти документы мы смотрим, когда уже была произведена закупка, то там уже опять названы те же самые цвета. Вот. Это во-первых. А во-вторых, разумеется, что этим вот история российского триколора не исчерпывается. Она с этого только начинается. Я бы, тут, конечно, можно прочитать целую лекцию на эту тему. Книгу написать, ни одна книга уже написана на этот счет. Но я хотел бы просто отметить некоторые важные вот для этого вещи. Ну, во-первых, то, что именно эта история связана с кораблем «Орел» и с историей российского судостроения, это тоже крайне важная связь. Потому что флаги, они вот получают свое развитие, расцвет, главным образом в связи с развитием судоходства и морского судоходства. Потому что мы знаем знамена, которые это большое такое полотнище, которое на древке, которое употребляется, скажем, в сухопутных там каких-то войсках, то же самое хоругвь. Но на корабле, который идет по морю и поднимает на мачте какой-то знак, символ принадлежности к определенному государству, это может только флаг. Поэтому развитие торгового мореплавания, а это как раз была эпоха великих географических открытий, Россия потом включилась в эту эпоху, это тоже связано с тем, что вот поднимаются на кораблях флаги, и все узнают друг друга по этим флагам. А флаг, естественно, символ принадлежности данного корабля к определенному государству, значит, несет национальный государственный символ. Вот здесь имеется
тесная связь. Далее, вот эту связь очень четко поддержал Петр Великий, потому что если бы не Петр, конечно, мы бы не имели бы Триколора, так как он в юности сотрудничал с этим Карстенбрандтом, вот как говорил Константин Ильич Карстенбрандт, помнил об этом Орле, потом Карстенбрандт был голландец, и они, видимо, использовали те же самые цвета, но Петр Первый их, ну, немножко другая комбинация, как известно, расположил. Там были другие варианты, я сейчас об этом говорить не буду. Первые корабли, которые Петр Первый отправил в море, например, Предестинации и другие, они тоже несли вот этот российский триколор, бело-синий-красный. Вот. Ну, дальше, конечно, история довольно сложная, потому что в России вот суда шли под торговым флагом, который как раз вот был таким трехцветным, но официальным государственным флагом он не являлся. Дело в том, что так по документам мы не прослеживаем, там, может быть, Евгений Владимирович скажет здесь подробнее, но вот вопрос определенно разрешился в конце, наверное, 19 века. Когда большое значение получил не только движение кораблей, торговые военные судоходства, но и идеи нации. Как раз вот 19 век, особенно вторая половина, середина второй половины был характерен расцветом вот этой национальной идеи. И во многих странах это получило свое развитие. И многие страны, они получают тоже тогда свои национальные флаги, они как бы там закрепляются и укореняются. И в России происходит то же самое. Там даже довольно было сложно. Сначала при Александре II был принят флаг, который имел, на мой взгляд, имел другие совсем цвета. Это черно-желто-белый. Черно-желто-белый флаг. Ну да, да, вот этот. Но этот флаг был связан с определенными цветами, насколько я знаю, династии Романовых. Вот. Но, что интересно, он тоже как-то не прижился. И потом уже при Александре III, при Николае II принимается решение о том, что флагом российским должен быть вот этот триколор, который когда-то ввел Петр I, а еще до этого мы знаем, вот сегодня говорим о корабле «Орел», он был для корабля «Орел» был изготовлен. Вот. И вот этот флаг, он остался, и он уже, и повторяю, при Александре III, при Николае II, он тоже был принят как, ну, здесь сложно сказать, как флаг российский, как российский флаг. Его было решено вывешивать в случае разных торжественных событий, мероприятий, ну, например, открытие памятника Пушкина, 1885 год. Яркое событие в истории русской культуры. И как раз есть гравюры, и там реют вокруг этого открытого памятника Пушкина вот эти трехцветные флаги. Макарьевская ярмарка, Нижегородская ярмарка, она тоже украшалась вот этими трехцветными триколорами, и так далее, и так далее. Открытие Олимпиады 1912 года. Олимпиада, где России была представлена большой делегацией. России тоже идет, делегация России, да, в Стокгольме, да, тоже идет под этим триколором. Вот таким образом можно сказать, что флаг этот вернулся. Была определенная конкуренция с этим черно-желто-белым знаменем. Да, тут я не буду вдаваться в эти подробности, потому что я здесь не единственный спикер, хотя бы поэтому. Вот. Только скажу, что в заключение, может, своего выступления, что Петр I, мне кажется, очень удачно вот подхватил эту идею и очень удачно попал вот в эти цвета. Потому что цвета, которые есть в флаге, в национальные флаги, в национальном флаге здесь важно, чтобы они соответствовали вот какому-то эстетическому чувству народа. И вот если мы возьмем такую как бы эстетику, народные костюмы, народные одежды, ну вряд ли мы согласимся, что здесь доминирует черный, там, скажем, желтый цвет. Вот. Скорее всего, вот этот красный, синий или голубой и белый, конечно, здесь более уместны. Они как-то были более... подошли, вот, совпали с русской душой, да, и даже со славянской душой, потому что многие флаги славянских стран, они тех же цветов. Я уже не говорю о том, что флаг Словакии и Словении совпадает по расположению цветов, есть еще флаги Хорватии, Сербии и так далее. Да-да, ну это естественно, мы знаем самарское знамя, которое тех же самых цветов, но в другом расположении было вышито в России, подарено болгарским повстанцам, которые воевали тогда, ну и так далее, и так далее. Но тоже вот все это как-то совпало, и поэтому, мне кажется, вполне закономерно, да, да.
вполне закономерно, что когда вот началась новая история России в 1991 году, опять этот флаг стал государственным флагом России. Ну вот, если коротко, так просто, я знаю, что здесь есть специалисты, я уж не буду. Спасибо. В общем, все очень интересно, но также интересно и то, что с Нижегородской земли, в общем, как бы берет начало этот флаг наш. Поэтому хотелось бы предоставить слово Сергею Викторовичу Малиновскому, генеральному директору фонда «Нижегородский Кремль», члену Русского географического общества. Спасибо. Я бы хотел, конечно, поблагодарить в первую очередь Объединенную судостроительную корпорацию и литературную газету за то, что они нас здесь собрали и, значит, занимаются этой темой, потому что, собственно, обращение к истории первого русского военного корабля «Орел» и несшего первый государственный флаг России, это является формированием образов и смыслов, обращенных к достоинству российской нации. Значит, Нижегородское региональное отделение РГО и фонд «Нижегородский Кремль» этим занимается вот уже 10 лет в этом году. Впервые мы организовали в 2009 году экспедицию историко-патриотическую молодежную под флагом России. Это из Дединова на трех рафтах 16-футовых гребных. У нас студенты нижегородских вузов, 8 вузов, участок протяженностью 825 километров получается от Дединова до Нижнего Новгорода. Мы разбили на 8 этапов, назвали 100 километров по российской истории. И вот 8 вузов у нас сменялись, преодолевали вот эти 8 этапов. И мы прошли 32 дня и финишировали 22 августа в день государственного флага России в Нижнем Новгороде. Спустя 5 лет мы этот маршрут повторили, но технически на других совершенно началах. Значит, компания «Аэроход», которая делает суда на воздушной подушке, дала нам 2 судна, там на 30 человек большой корабль и на 6 человек. Вот такая вот маленькая флотилия. Также из Дединова до Нижнего Новгорода уже за 3 дня преодолела этот маршрут. И тоже так же прибыли 22 августа. Нас встречал губернатор Шанцев, тогда Валерий Павлинович был. И мы вот эту тему обсуждали и определенные планы наметили, где поставить памятный знак, там 350-летию флага, как нам дальше эту тему развивать. Вот. То есть это у нас в Нижнем Новгороде витает в воздухе. Мы ее постоянно как бы обозначаем на форуме «Великие реки». В 2014 году у нас был круглый стол. В 2018 году к нам приезжали коллеги из Дединова, то есть у нас отношения есть, и мы их поддерживаем. И, конечно, вот эта тема, о чем сказал Могилевский Константин Ильич, что неважно, где был поднят флаг, да, он был поднят. Да, есть позиции, то, что вот, да, корабль, когда принимается государством, происходит государственный прием, вооруженный, на него тогда поднимает уже флаг. Может быть, и так было. Во всяком случае, вот однозначно уже можно точно сказать, что именно в Нижнем Новгороде корабль «Орел» под государственным флагом отправился в свое самостоятельное плавание. Тут уже никаких не может быть вещей. Поэтому у нас сейчас стоит задача, стрелка, есть такое замечательное пространство, слияние Оки и Волги. Раньше был порт. Да, сейчас порт убрали и делают общественное пространство. Вот у нас тогда еще во время похода появилась такая инициатива, что в рамках вот организации этого пространства на Стрелке создать музей Волго-Окского судостроения, судоходства и ярмарочной торговли. И в составе этого музея, чтобы был флагшток, на котором поднимался бы самый большой российский флаг. Под звук гимна, там, под выстрел пушки. И вот представляете, на слиянии Оки и Волги, это вот такой будет, ну, замечательная популяризация нашего государственного флага. Это не только там нижегородский интерес, это общероссийское такое значение. Рядом у нас тут завод «Красный Сормов», все это вот. То есть вот такая вот у нас есть инициатива, чем нижегородцы могли бы как бы это дело продвигать, если еще будет такой импульс со стороны Объединенной судостроительной корпорации, литературной газеты. Это вот наше будет такое общее дело. Наверное, вот это популяризировало бы историю государственного флага России. Это наше достоинство и первого военного корабля «Орел». Также, наверное, это надо как-то
со спортивным образом жизни, вот нашу историю интегрировать, почему бы нам не проводить именно водно-спортивные праздники на приз корабля «Орел»? Да, сейчас ввели такой праздник, как День судостроителя, да? Почему 29 июня? Плюс у нас есть 22 августа, его вообще можно праздник разбить на два этапа, да? Первый этап – День судостроителя, второй – День российского флага. Лето, вода позволяет все это проводить. И взаимодействовать, и, конечно, взаимодействовать на межрегиональной основе, да? Нижегородская область у нас, Московская область. Вот, вот здесь мы и могли бы тот же туристический маршрут, да, из Дединого хотя бы до Нижнего Новгорода, он вполне такой осиливаемый. И, конечно, форум, международный форум Великой реки, который у нас каждый год проводится на Нижегородской ярмарке. Наверное, мы могли бы вот то, что вот эти два у нас были мероприятия, вывести какую-то постоянно действующую секцию, когда бы мы эту тему постоянно, как говорится, педалировали ее, обозначали, собирали все регионы, связанные вот с Волгой, с судостроением, двигали. А так еще раз большое спасибо за вашу инициативу, то, что вы нас собрали. Это вот, я считаю, очень важное значение. Этот импульс такой очень нужный именно в год 350-летия, 50-летия флага. Да, даже вот сейчас мы говорим, если что бы можно 22 августа. В принципе, у нас есть кадры, у нас есть люди, у нас есть понимание, которые ходили. Если, например, на Ялах, на шестивесельных, пусть эту экспедицию из Дединого до Нижнего Новгорода, если мы стартуем 6 августа, то 22 августа мы финишируем в Нижнем Новгороде. То есть, в принципе, кадровый потенциал у нас такой есть. Те люди, которые проходили это, которые этим болеют, они готовы. И плюс, конечно, у нас очень хороший есть музей Волжской государственной университет водного транспорта. Он академия раньше называлась, путаюсь, в ГУФТ теперь. Там эта тема поднята, там даже пушка есть, корабль «Орел». Ну, вот то, что мы можем сказать. И, конечно, я говорю еще раз, эта тема Русским географическим обществом активно поддерживается. Спасибо большое. Большое спасибо за участие. Уважаемые друзья, мне кажется, что Сергей Викторович такие важные очень вопросы поднял. Именно связанные с воспитанием, в общем. И это то, что касается стрелки и водного праздника, да? Ведь тут на самом деле проблемы существуют. У нас завтра в литературке будет такая небольшая заметка о том, что уже в Подмосковье появилась в продаже такая игра, что там типа увидят Петров и Баширов, когда доберутся там до Солсбери. Вот уже, так сказать, делаются деньги на таких вот событиях. Это пропагандируется, это будут игру эту покупать будут детям, там, кто как, что себе представит, да? То есть вопросы, они вот очень связаны тесно. История, прошлое и будущее, и наши дети. В связи с этим хотелось бы нам послушать, я думаю, всем Андрея Евгеньевича Петрова, советника министра просвещения Российской Федерации. И ответственного секретаря Российского исторического общества. Знаете, я вот сижу, слушаю, здорово. Все это действительно так подробно изучили, когда, сколько этих самых аршинов лазуревого сукна закупили голландцы зачем-то, чтобы водрузить. Кстати, там написано на передней палке там какой-то у корабля, как-то она называется. Это все очень важно. Знаете, эти вещи не надо недооценивать, но и не надо переоценивать. Что такое флаг? Флаг – это государственный символ. Более того, это нормативный государственный символ. Это один из тех символов, которые прописываются в Конституции, по поводу которых существуют федеральные законы. Ну, это я перекладываю сюда на нашу как бы реальность, в нашу реальность и в нашу практику. Что такое в историческом контексте государственный флаг? Государственный флаг – это, конечно, национальный символ. Символ, который символизирует в любом
у любого народа, у любой нации, у любого государства, понимаете, прохождение определенной точки бифуркации, когда эта нация себя сознает. Она, как правило, создает свою историю, такой большой такой исторический нарратив. В России это примерно соответствовало, знаете, плавающая дата эпохи Татищева, Карамзина, наверное, началось при Татищеве, закончилось где-то при Карамзине. Именно тогда или, может быть, после этого национальный флаг, государственный флаг стал обрастать приметами, какими-то такими приметами не просто эмблематики ситуативной. Ну вот тут был какой-то барон местный, значит, тут у него были там зеленый, желтый и золотой. Ну вот примерно так вот и сформировалась местная геральдика. А это стал символ, который отождествлялся самими гражданами, а именно, вот как правильно Виктор Николаевич сказал, наши олимпийцы в 12-м году пошли под этим флагом. Солдаты. А когда солдаты стали ходить под этим флагом? Ведь это же не такая очевидная история. Полковые знамена были абсолютно разных цветов, абсолютно другие. Они были с крестом, они были значит, зеленых, синих, там сибирские полки синие знамена разных оттенков, черные знамена, красные знамена, желтые, золотые, какие угодно. Традиция полковая, она в этом смысле была, ну, военный флаг-то флотский мы знаем, Андреевский флаг. Вот. Поэтому, честно говоря, история триколора российского, она ведь очень маленькая. Она, триколор в хорошем смысле, приходит в русскую культуру и становится национальным символом в конце 19-го, начале 20 века. Правильно, эпоха Александра II. Еще Балканская война прошла, в общем-то, без этого флага. Празднования по поводу победы в ней уже, с ней коронации, триколор появляется. А вот Первая мировая война – это перелом. Потому что Первая мировая война – это кокарды, это знаки на самолетах и танках. Они уже соответствовали цветам Антанты. Их не спутаешь с континентальной этой осью, значит, у которой там были кресты и другие знаки. Вот. А это уже был триколор в разной конфигурации. У британцев, французов и у России это уже были триколоры, как опознавательные знаки. Вот. И, собственно, как такой нормативный государственный символ, его вводит Временное правительство. Временное правительство закрепляет триколор, белый, синий, красный, без монархических знаков, естественно, закрепляет как флаг российского государства. А потом на смену что приходит? Красный флаг. Серпом, молотом, там со знаками РСФСР и так далее. И этот красный флаг живет в нашей стране несколько десятилетий. Ну, считается, привычно говорить, 70 лет. Но 70 лет это все потому, что запомнили празднование юбилея Октябрьской революции. А на самом деле он почти 9 десятилетий прожил, этот символ. 8 с лишним десятилетий. И в 91-м году, я напомню этот момент, триколор вернулся, когда, в связи с чем, о чем вообще нам напоминает этот праздник 22 августа, что это за праздник? Мало кто об этом задумывается, есть праздник и есть. А это праздник, установленный в честь подписания указа Борисом Николаевичем Ельциным, да, значит, о событиях 19-21 августа. И поэтому-то и празднование-то его поставлено на 22-е в связи с окончанием этих событий. Символом людей на баррикадах у Белого дома был триколор. Да, символ возрожденный, да, он возвращает к эпохе там февральской революции, к эпохе такой зачаточной демократии, которая была порушена. Корневые вопросы для русской
культуры и русской истории подняты в этом празднике. Что нужно нашему триколору, чтобы снова вернуть себе вот этот вот образ символа общенационального? Я считаю, что он, по сути, вернул. Вот уже прошло какое-то количество времени, а любому символу нужно время. Икона Владимирской Богоматери потому символ России, что она уже 6 с лишним веков, этот символ. Она пережила, сейчас я, чтобы не перепутать, там Тахтамыша, Тамерлана, Тахтамыша, значит, Давлетгирей и так далее, спасала Москву много раз, сколько чудес совершилось. Она прожила жизнь с нашим народом, с нашей нацией. А, соответственно, и триколор потихоньку проживает эту жизнь. И вот сейчас мы находимся ровно в той точке, когда триколор вернул себе вот в этом многообразии флагов, потому что мы все взрослые люди, мы помним, когда вот этот вот Жириновский, вы правы, ходил реально вот этот бело-черно-золотой, и еще до сих пор некоторые там люди выходят где-то в Люблино с такими флагами, но они уже маргинальные, они не воспринимаются как реально конкурирующий символ. Красный, да, ну он живет, но он отходит. Он отходит, потому что точка бифуркации для возрождения бело-сине-красного флага прошла. И вот в этом, мне кажется, на это надо делать акцент, празднуя сейчас и сегодня, 22 августа, праздник, день российского флага. И именно эти вещи надо рассказывать детям в школе, говоря о том, что, значит, у нас есть общенациональные объединяющие символы, потому что единство нации, оно состоит в том числе и из глубокого понимания символов своего государства. И в этом смысле важно и одно, и другое. Надо очень хорошо понимать о том, что как эти голландцы запрашивали у Алексея Михайловича, значит, аршины лазоревой, белой, белого сукна и, по-моему, тафты, на минуточку, дорогой, там на какой цвет, на красный, наверное, тафту они требовали. Вот. И как этот символ, пройдя эпоху становления, стал очень важным и образующим символом нашей российской нации. Ну, вот такое соображение. Много возникает вопросов вообще в голове, вот там и связь флага, и гимна, да, и как это все соотносится. Но все-таки... Можно? Да. Не надо. Вот еще буквально 10 лет назад мы были, наша страна с точки зрения исторической символики была страной-раскорякой. Потому что у нас не то Глинка, не то, значит, Александров, не то со словами, не то с гимном Советского Союза, не то красный флаг Победы, не то тот самый триколор и тому подобное. Но время идет, оно вообще классная штука, время. Вот, это могу как историк сказать. Время лечит, время учит, и время обстругивает самые, камень точит, как говорится. Вот, и мы теперь сделали уже окончательно свой выбор, он необратим. Как бы там что ни хотелось, вот, попробую сейчас выведи под красный флаг действительно реальную силу. Нет, уже нет. Под людей тех же идеологических убеждений уже скорее выведешь под триколор. Спасибо. Хотелось бы обратиться с просьбой высказаться о том, о чем уже мы говорили, Анастасию Владимировну Курбатову, советника главы городского округа Луховицы Московской области. Спасибо большое Объединенной судостроительной корпорации, Фонду История Отечества,
литературной газете за то, что нас здесь всех сегодня собрали. На самом деле для нас эта тема очень актуальна. Село Дединово и Нижний Новгород несопоставимы по масштабам, по размерам. Нас объединяет флаг, и сегодня нас здесь объединил флаг. И уже на протяжении 350 лет флаг объединяет времена и народы. Да, как символ он вернулся. Говоря о патриотизме и воспитании патриотизма, могу сказать, что вот для эксперимента, если мы выйдем на улицу и сейчас у кого-то из детей спросим, назови цвета российского флага, назовут. И я больше чем уверена, что большая часть назовет в правильной последовательности. И общаясь с детьми, мне кажется, что вот эти цвета, они на самом деле, они для русского, для российского человека, они являются естественными цветами нашего менталитета. Они наши цвета. Да? Это в поддержку того, что было уже озвучено. И эти цвета, они вот нам по духу близки. Но все-таки мне, выслушав все, хотелось бы задать вопрос такой. А мог ли корабль «Орел» выйти в плавание без флага? Мы все патриоты России, но у нас есть еще малая родина. И здесь я ни с кем не хочу спорить, но все-таки хотелось бы немножко привести аргументов. Да, Андрей Александрович? В какой момент и где был поднят первый российский флаг? Ну, если мне дадут возможность передать слово замечательному нашему краеведу, на самом деле Луховицкий район, а ныне городской округ Луховицы, в состав которого входит село Дединово, богат своим человеческим потенциалом. Наши краеведы, они просто молодцы. Мы готовы к сотрудничеству. Мы готовы к взаимодействию. Ежегодно мы делаем праздники на 22 августа. Приглашаем, рады будем видеть абсолютно всех у нас на празднике. И элементы и спорта, и развлекательных мероприятий. Каждый год мы вводим что-то новое. У нас и эстафета флага была. В 2015 году у нас все муниципалитет Московской области. Эстафета флага была запущена, и у нас она завершилась. Да, и говорили о экспедициях. То есть мы ко всему к этому открыты, мы только за сотрудничество. Потому что мы не будем делить, где флаг был поднят. Флаг есть российский, мы им гордимся. Историческую справедливость аргументированно можно будет доказать. Но мы с вами должны быть патриотами флага и нашим детям это в процессе воспитания вкладывать, чтобы они были горды за свой флаг. И вот в этом аспекте олимпиады или какие-либо соревнования, когда поднимается флаг, звучит гимн, да, мне кажется, у каждого человека внутри звучит душа. Мы гордимся. И вот так хотелось бы, чтобы и впредь наше подрастающее поколение гордились страной, в которой они живут. А к историческому аспекту, Андрей Александрович, можно передать? Да, конечно. Все-таки, наверное, надо рассматривать поход Орла до Нижнего Новгорода не как плавание, а как некий перегон. Поход, выход начался, само плавание снаряженного корабля из Нижнего Новгорода. Еще осенью 1968 года пытались его отвезти в Нижний Новгород, но вода была маленькая. И еще вопрос, были ли на этом перегоне, на Орле мачты, а не везли ли их на судах. Потому что это лишняя нагрузка, это лишняя осадка, это лишний вопрос. Поэтому и пушек не было, не то, что их даже не успели. Их просто по тяжести не могли поставить в Дединово, потому что корабль сел на мель. Вот это вот то, что, о чем вы сказали. Потому что я еще смотрю, там смотрю, такая распространена картинка. Корабль со стапелей, с мачтами, чуть не с парусами. Бурон спускается. Ну не было уже этих стапелей тогда. Это же были ямы, котлованы, где корабль собирали, потом перемычку разбирали, туда попадала вода, и он выходил на воду. То есть, а вот картинку смотришь, да, чуть ли не подпущенные выстрелы, там
Вот я вот такая маленькая реплика. То есть изначально мыслился, что Нижний Новгород — это докомплектация орла на большой воде. Хочу уточнить, что с репликой выступал Сергей Викторович Малиновский, генеральный директор фонда «Нижегородский Кремль». А сейчас хотелось бы предоставить слово по большой еще просьбе Анастасии Владимировны Андрею Александровичу Шабину. Я немножко с другого хотел начать, совсем не про обозначившие здесь темы, споры. Вообще я хочу вот без какой-либо лести на самом деле сказать спасибо прежде всего литературной газете, Судостроительной объединенной корпорации. Дело в том, что значит, на самом деле у нас неважно, где был поднят флаг, 350 лет российскому триколору. При всем при этом на государственном уровне эта тема практически не звучит. Странно, мы любим иногда такие юбилеи отмечать, что вообще удивляешься, откуда их раскопали-то. А здесь 350 лет главному символу России. Да, флаг ведь на самом деле это лицо России. Не только в 1912 году спортсмены под ним шли. Вот, естественно, под ним совершались и другие спортивные победы. Кстати, я хочу привести, значит, вот просто одно название книги последней Соболевой Надежды Александры «Идентичность российского государства» в символах. Ведь, собственно говоря, флаг – это сегодня, когда мы увидим, неважно, мы оказались с вами в совершенно другой стране, мы видим трехполосный флаг, и мы понимаем, это русские, это наши. Вот, по нему мы себя осознаем. Вот, поэтому, конечно, наверное, эта дата заслуживает того, чтобы больше о ней говорить. И не в качестве, опять, какой-то там личной пропаганды, но отметить, тем не менее, хочу, что вот наша статья, кстати, здесь статья и Евгения Владимировича есть, и вот в Воронцовом поле опубликована, посвященная флагу. Поверьте, я не то что читаю, но я просматриваю практически все исторические журналы выходящие. Ну, чего-то такого-то нет, чтобы по флагу. Я не знаю, почему, с чем это связано. Вот, наверное, стоит. Кстати, у нас 16 значит, мая этого года в Единой прошла Всероссийская конференция с международным участием, так скажем, давайте. Евгений Владимирович там был, выступал, так сказать, засвидетельствовать может. Так что, в общем-то... В этом плане в Дединове делается кое-что, и, значит, в Коломне, я представляю все-таки, наверное, не только Луховицы, но и Коломну, Коломенский университет, вот, поэтому, значит, и эту работу, скорее всего, стоит продолжать. Это вот такой вступительный момент. Затем, конечно, значит, можно говорить о том, что цвета нашего триколора соответствуют каким-то ментальным, так сказать, установкам, значит, русского человека. Это, наверное, правильно, это, наверное, хорошо, но дело-то, собственно говоря, гораздо серьезнее. Дело в том, что вообще флаг, который был поднят на Орле, на самом деле вещь производная. Государство им практически не интересовалось. Константин Ильич сказал, что действительно много документов по тому, как строился... Ну, это тот там сидел, да? Вот, значит, много документов о том, как строился Орел. Значит, эти документы, впервые дело об Орле знаменитое, было опубликовано в 1653 году, то есть очень давно, полтора, чуть ли не два века тому назад, их можно изучать. Вот если кому будет любопытство, вы просто полистайте вот это вот дело об Орле 1853 года. Там флаг упоминается дважды, вскользь. Все. Русскому государству было неинтересен этот флаг. Как эти голландцы не домогались его, значит, дайте ткани. Это, кстати, вообще интересная вещь. Между прочим, это единственный вопрос, где русское государство не ответило на требования голландцев. Они запрашивали дерево, им давали дерево. Они запрашивали канаты, им дали канаты. Там были проблемы, сложности какие-то, их решали и давали. Они запросили ту самую тафту, значит, дорогую, на самом деле, сказать, на эти флаги. Ничего не получили, вообще ничего. Нисколько, ни одного аршина. Кендяков дали, да и то там в 6 раз меньше, чем голландцы требовали. Вот с вас достаточно. Русскому государству, как это ни странно, флаг Орла был не очень интересен. Это была инициатива голландцев. Они, когда составляли еще до, значит, начала строительных работ, еще верфь не была основана. Значит, роспись того, что нужно, они там указали, Сведен указал, который закупал материал, нанимал специалистов, он указал, да, вот нужен флаг, который будет обозначать принадлежность этого корабля государству. И потом они неоднократно об этом напоминали, говорят, ткань дадите. Государство упорно молчало, пока в 68 году не разродилось в апреле месяце. Ну, там в сибирский приказ памяти отправили, дайте им. И, как ни странно, почему-то эту дату долгое время, 68 год, напомню, считали датой, значит, появления флага.
флаг появится еще через год. После этой памяти в сибирский приказ год вообще ничего не делалось. Вот. Ну вот такая ситуация. Значит, государству, еще раз повторюсь, это не очень было интересно. Зато государству был интересен русский герб. Значит, дело в том, что с ним шла, во-первых, кстати, работа, уточнение герба. В 67-м году, то есть в год закладки Орла, значит, было подписано знаменитое Андрусовское перемирие, речь с поляками, так скажем лучше. Вот, значит, левобережная Украина вместе с Киевом вошла в состав российского государства, и русский царь стал совершенно по-другому себя осознавать. Алексей Михайлович вновь воссоздает то, ну, единство этих трех территорий, вряд ли, наверное, говорить о народах стоит, трех территорий, вот, значит, которые всегда Россия хотела объединять. Вот, появляется, значит, происходит работа определенная по уточнению титула царя, происходит уточнение, значит, герба. Кстати, в отличие от флага, который, вот, с которым вопрос решился за, ну, я не знаю, за пару недель до его ухода с верфи, еще в феврале 68-го, то есть за год и три месяца, значит, из оружейной палаты в Дединово был направлен резчик, которому в том числе поручили на корме орла вырезать герб российского государства. И орел ушел именно с гербом. Вот. Значит, он должен был, как считалось, оказаться в международных водах и должен был представлять всем государствам, какое такое российское государство существует. Поэтому, когда выбирались цвета флага, они, конечно, выбраны были непроизвольно и без всякой ориентации на ментальные какие-то там, скажем, установки. Русский царь объединил, значит, Великую, Малую и Белую Россию. И эти цвета именно в той последовательности, в православии, напомню, значит, Евгений Владимирович, вот здесь в статье есть определенное возражение на наше рассуждение. В православии, сказать, цвета перечисляются по восходящей, снизу вверх. И поэтому ничего удивительного, что там красная ткань была названа первой. Вот, значит, вот эти вот цвета в гербе, по сути, зафиксированы, они перекочевали, значит, в флаг. Причем это никакое не наше открытие. Еще в 46-м, когда Семенович свою выпустил книгу, в 1946 году он впервые об этом написал. Вот. Единственное, что можно к нему добавить, что не только цвета, но, видимо, и порядок цветов был заимствован из герба. Вот. Поэтому здесь дело совершенно не случайно было связано, эти цвета подбирались не случайно совершенно. Это вот первое, что хотела сказать. Значит, затем, еще один момент. Значит, конечно, в разговоре о флаге вот сегодня присутствует два уровня. Для России важно, что флаг появился, и ей все равно, был он поднят в Дединово, или он оказался в Нижнем Новгороде на мачтах Орла. Вот. 350 лет в любом случае, май или июнь, это не принципиально меняет. И есть второй уровень, который сегодня очень, так сказать, заметно присутствует, краеведческий. Вот, конечно, каждому селу, каждому городу хочется, чтобы был, именно он был увековечен. Вот, ну, наверное, то ли во мне краевед говорит, то ли вот тут начальство сидит. Я родился вообще, в 15 километрах от Дединова. Вот, это моя родина в прямом смысле, я эти места очень хорошо знаю. Вот, хотя, честно, вот об этом мне говорить не очень хочется, надо прямо признаться. Но я три момента все-таки набросаю. Конечно, ради бога, простить. Вот. Конечно, все, что про этот Нижний Новгород говорится, наверное, можно и памятник поставить, и все прочее, но это несерьезно, просто. Это, к сожалению, не интересно даже обсуждать. Значит, я три момента, так сказать, замечу. Еще раз, голландцы в мае 67-го года, за месяц до основания верфи, написали, так сказать, нужен флаг. Какой флаг? Чтобы он обозначал принадлежность государства. Они через год, повторяют, уже начальник верфи Букове. Бутлер в конце строительства корабля говорит, флаг-то будем, ему вручили ткани, значит, уже, ну, за две недели до отхода корабля из Дединова. Вот. Голландцы настойчиво добивались, за две недели им дают ткань. Они ее сворачивают, везут в Нижний Новгород, там шьют флаг. Логику видите, я нет. Вот, это первый момент, который, конечно, стоит обязательно отмечать. Во-вторых, ну, в деле об Орле 1853 года, то есть почти двухвековой давности, есть роспись того, что работ, выполненных в Нижнем Новгороде. Откройте, прочитайте, нет там флага. Ну, ради бога, я, конечно, понимаю, мне вообще хотелось, например, чтобы в Дединове была, сказать, не только корабельная верфь 3 года, а там вообще, сказать, корабли строили 100 лет. Но их не строили там. Дединовская верфь, понимаете, чем интересно? У нее две даты.
Дата рождения, дата смерти. Вот когда Петр основал свой кораблестроение в 1696-м, там черточка и все, и многоточие до сегодняшнего дня. А Дединова другая ветвь. В 67-м основали, в 70-м году, видимо, бросили. Понимаете, это очень интересно. Бросили все, растащили, поди. Но это ладно, это другой вопрос. Вот, а у нее действительно две даты, и это мне, например, жалко. Вот. Вот, к сожалению, также придется признать, видимо, то, что ну, не было работ, выполненных подобных в Новгороде. Вот. Значит, это вот второй аргумент. Еще говорю, ведомость присутствует, а ее никуда не спрячешь, сказать, и с ней приходится считать. Ну и, наконец, приемка. Значит, у нас, я не буду называть авторов, кстати, в этой статье они упоминаются, бог с ними, известные, кстати, имена, вот, которые рассказывают о том, как приехал Ордын на Щекин, ну, то есть по нашему министру иностранных дел, глава посольского приказа, чуть ли не в Дедину, платочком махнул, корабль спускается. Господи, ну, люди вот вроде как историей занимаются, они какие-то должны вещи адекватно воспринимать. Конечно, ничего подобного не было. Это был технический процесс, как и спуск корабля, так и подъем флага. Вот, мы поэтому, кстати, не знаем даты, значит, когда это точно произошло. Вот, значит, и выполнявший функции завхоза, значит, полуэкт, значит, должен был доставить корабль в Нижнем Новгороде. Он должен был раньше доставить его, в 68-м году. Корабль на мель сел, его пришлось обратно тащить. И поэтому полуэктову Якову Леонтьевичу поставили задачу: сдай корабль следующему, сказать, начальнику. Следующий начальник действительно был в Нижнем Новгороде воевода. Вот, значит, вот сдай ему, значит, пусть он тебе расписку выдаст, что ты все сдал, ничего не украл, и можешь тогда быть свободен. Это была, когда говорят про приемку в Нижнем Новгороде, это была совершенно техническая процедура передачи одного исполняющего обязанности другому исполняющему обязанности собственника российского государства. Вот, о торжественных подъемах флагов, я не знаю, еще гимнов можно, сказать, наверное, придумать. Вот, значит, о речах, о белом платочке, ну, совершенно говорить не приходится. Вот, поэтому, конечно, флаг не мог быть поднят в Нижнем Новгороде, к сожалению. Вот, еще говорю, готов чего угодно обсуждать. Значит, голландцы, добивавшиеся долгое время, чтобы флаг был, наверняка все-таки, получив ткань, должны были его изготовить. Вот. Кстати, интересная вещь. В 68-м году был в России же делали флаги до этого знамена. В 68-й год, тут интересно сравнить, гербовое знамя царя Алексея Михайловича, значит, там и изображение Спаса, изображение города Москвы, текст, полный титул русского царя. Вот. Белый флаг вообще и красная кайма. И вдруг триколор. Конечно, они, если их сравнить, ну вот напрочь не похожи. Поэтому мне представляется, что роль голландцев, вот она в создании флага была все-таки достаточно большой. Новая геральдическая традиция, которая вот в это время, 60-е годы, 17 века рождалась, она, конечно, рождалась при их участии. Вот, поэтому... Кстати, русский флаг, я последний, чуть-чуть. Знаете, интересная вещь. Вот до этого, когда флаг делал, ну, готовился, что происходило? Издавался именной царский указ. Затем делался рисунок, чертеж флага. Вот, значит, утверждался роспись, сколько материи, сколько денег на его пошив пойдет. И только потом мастера оружейной палаты приступали к его исполнению. Поскольку на русских знаменах того времени часто было много текста, как ни странно, и изображений, то его изготавливали несколько месяцев мастер и его помощники. Вот, значит, здесь все совершенно по-другому. Ткань голландцы получили не раньше 23 апреля 1669 года. Именно 23 апреля купец Денисов получил деньги за тут красно-белую голубую ткань, которую он отпустил на эти нужды. 27 апреля бутлер, капитан Орла, издается указ, чтобы бутлеру предоставили струх для отправки в Дединово. Ну и, видимо, где-то в первых числах мая он оказался в Дединове. На все про все у него оставалось примерно, ну, не больше недели. 7 значит, мая корабль уходит с Дединовской верфи. Начинается его первое и последнее вот это вот плавание. Значит, и вот за эту, видимо, неделю флаг и должен был быть изготовлен. Ну, вот так, если коротко. Видимо, вот то, что из Нижнего Новгорода вооруженный, снаряженный под флагом корабль вышел, это истинно. Что тут, мы не спорим, где он. Его даже мог бутлер Дединова сшить, а поднять в Нижнем Новгороде. Ведь даже как пишется, значит, он был спущен
в августе 68 года без мачт. Потом пишется, в конце августа поставили мачты, а в сентябре натянули ванты. Ну, такого быть не может. Мачта без вант упадет просто. Вот я на яхте не могу просто так мачту воткнуть, не закрепив ее вантами. Ну, это так. Еще раз. Реплика Сергея Викторовича Малиновского. Ну, будет ответ, чувствуется, да? Нет, это не ответ, я просто одну вещь забыл сказать. Дело Андрей вот в чем. Александрович Шаблин. Вот, дело вот в чем. Значит, это очень какая-то такая модная версия. Вообще очень интересная вещь, ведь когда первый раз «Орел» уходил из Дединова в ноябре 68 года, там действительно из Коломны велено было прислать, значит, посадских людей с веслами. Удивительная вещь, но корабль тогда отправлять планировали на веслах. Вот, и там большая бригада. Ну, он прошел около 2 километров, сел на первой же мели, его обратно тащили. Вот, так что корабль сразу не задался, понимаете, какая неудача там. Ну, ладно, значит, другой момент. Значит, кстати, когда он уходит второй раз, уже 7 мая 69 года, там, кстати, на всю эту флотилию около, то ли, я не забыл, то ли 18, то ли 16 этих самых гребцов, и для чего они, собственно говоря, непонятно. Конечно, никакой «Орел» они не могли этими веслами, так сказать, сдвинуть с места, да и непонятно, как вообще веслами можно было на «Орле» пользоваться. Дело в другом. Этот авантюрист Штрейс оставил свои записки, где черным по белому написано. Значит, мы снялись с верфи, значит, и, подняв паруса, отправились в плавание. Паруса на «Орле» 7 мая были 100%. Штрейс путает даты, Штрейс вообще такой ненадежный автор, да? Вот, но я не думаю, что он мог забыть, что на корабле были паруса, а не это корыто просто плыло какое-то. Так что... такими извилами, когда на 360 градусов она крутится, пройти под парусами, да еще под прямыми, которые были на «Орле», там просто это невозможно. Вот. Ну, Штрейс, он, это вот из практики вот нынешнего судоходства, если ты яхтсмен или идешь под парусом по оке в тех местах. По Волге-то это проблема, а по оке-то это вообще... Я думаю, что здесь... Нам сейчас сложно установить, какие были тогда берега, какая была река. Я, во-первых, хочу поблагодарить за яркое выступление Андрея Александровича. И понятно, почему, как вы сказали, начальство хотело, чтобы вы побыстрее выступили. Джохана Раджабовна Полыва просит тоже слово. Коллеги, мне очень приятно было слушать сегодня эту такую испепеляющую, я бы даже сказала, дискуссию. И сам факт того, что могут существовать такие споры, говорит о значимости повода, это раз. Во-вторых, о том, что у нас действительно все больше и больше просыпается качество морской державы. Она всегда у нас была, но в последнее время об этом было мало слышно. А сейчас вот я просто все больше вижу это в разных регионах, ну и в Нижнем. Кстати говоря, у вас в Нижнем у нас была специальная регата парусная, посвященная как раз 12 июня. Посвященная и 12 июня Дню России, и, собственно говоря, 350-летию флага. И это происходило как раз в праздничные дни, и эта регата прошла при нашем содействии и при участии, ну, самое главное, кто участвовал, это Национальная парусная лига наша, которая... Основная лига в стране. Вы должны были это видеть, если бы вы подошли к берегу. Ну, видите, у всех была своя регата. Ну, уже хорошо, это же здорово. Это означает, что у нас все паруса поднимаются в честь государственных праздников. И это лишний раз говорит о том, что мы морская держава. И что мы очень уважаем эти порядки. И вообще, когда мы сегодня заводим речь о флаге, мы тоже на самом деле говорим о том, что речь идет о том, что морская держава все глубже проникает в свою историю, все больше разбирается в деталях. Ей нужны абсолютные, так сказать, подробности по тем или иным фактам. Что касается нынешнего повода, здесь вообще есть очень много разных линий, которых мы, возможно, еще, ну, просто, в которых просто не разбирались. А если захотим, наверное, поглубже в это окунуться, наверное, найдем. И в письмах, и в литературных произведениях, и так далее. Потому что, да, и, кстати говоря, в символах и архитектурных памятниках, оставленных теми, кто основал державу с государственными символами. То есть, в принципе, тот период, о котором мы говорим, это был период эмблематики.
И если орел уже был, я, правда, впервые сегодня слышала о том, что у него были цвета еще, потому что обычно его подают как золоченый орел, сделанный по образу и подобию европейских символов. Вот, это первое. Второе, кроме всего прочего, вы не забывайте, что это же был период, когда разинцы, собственно, хозяйничали на Каспии. И вот эти все подробности связанные, и за борт ее швыряет в набежавшую волну, бросает, да, в набежавшую волну. Вот тоже, если бы никто-нибудь ответил, собственно говоря, чья эта принцесса была, сегодня здесь есть историки, откуда она была, из Дербента или из Персии. Да, и почему Разин, собственно говоря, оказался с ней, потому что, похоже, это быль, а не выдумка. И кроме всего прочего, вот самое главное, что меня здесь все время вот это вот очаровывает в этом сюжете, это связь Петра Первого с его отцом Алексеем Михайловичем. Вот именно действительно вот этот фрагмент, который здесь сегодня цитировался, это кусок, вписанный рукой Петра Первого в морскую, в первый морской устав, где он как бы сетует, с одной стороны, что он не было закончено, дело отеческое, но дело отеческое наше, как бы, да, прямо связано действительно с нынешним делом морским, по тем временам нынешним. И можно было бы, конечно, сейчас говорить еще и о дате, о которой многие говорили, но, во всяком случае, вот Санкт-Петербургские верфи так считали долгое время, и сейчас, наверное, считают о том, что все-таки день кораблестроителя должен был быть введен там по дате, связанные с решением Боярской думы морским судам быть, то есть чуть позже. При этом, по большому счету, это был военный флот. Мы же с вами говорим, в принципе, о первом участие государства в заказе морских судов. То есть мы говорим о том, что государство впервые по-настоящему в документах оформило свою потребность в создании кораблей. И это и есть точка отсчета морской державы, потому что прямое вмешательство государства в этот процесс, отпуск денег на это, отпуск тканей, значит, забота о снаряжении корабля, неважно, где это происходило, важно сегодня то, что вы сказали, но, еще раз повторяю, это могло происходить где угодно, важно, что это происходило. И даже Петр говорит, что, несмотря на то, что не удалось, все равно без него не стояло бы нынешнее дело морское, имея в виду свои свершения. И это удивительное признание. Кроме всего прочего, существуют еще другие свидетельства. Ну, в частности, многие считают, что символ, который на адмиралтейском шпиле находится, что это и есть орел. Да, вот тоже интересная история. Почему? Даже если это не так, почему об этом говорят? Наверное, что-то волшебное было вокруг орла, этого первого корабля. И то, что Разин в то время находился на Каспии, и то ли его просто выбросил на берег, то ли сжег, то ли как-то еще, но он пришел в негодность, как пишут все источники, означает только одно, что он был пиратом в это время там, потому что есть еще какие-то свидетельства, говорящие о том, что он представлялся от имени русского царя его посланником, и вполне возможно, что это тоже, в общем, возмущало Алексея Михайловича, и надо было как-то с этим справляться. Ну, а как он получил принцессу, можно спросить. Вот, если она действительно была принцессой, если она была просто девушкой красивой, ну, расскажите, узнайте, какие здесь есть подробности. Историки, наверное, больше про это знают. Нет? История умалчивает, да? Вот. Но, вы знаете, вот если честно, флаг, который многократно возвращался, начиная с той поры, о которой мы сегодня говорим, с поры, когда именно заводилась эмблематика российская, и он возвращался сначала в таком виде, пусть ему не было уделено много внимания, занимались только те, кто занимался постройкой русского корабля за первые российские деньги государственные и по указу царя Алексея Михайловича. Те, кто так или иначе имели к нему отношение, они бились. И вот Дединова
родина российского флага, как они сами о себе заявляют на въезде, и вообще об этом они всегда говорят. Об этом говорили очень давно, насколько я понимаю. И там существуют определенные знаки, там расставленные и в петровские времена, и, я так понимаю, церквушка, которая была там поставлена, да. Ну да, ну да, церковь, прямо скажем, да. Но поставлена была она, я так понимаю, в честь своего отца, Петром Первым. Или я что-то путаю, просто мне кто-то об этом рассказывал. Но неважно, и вообще масса других вещей, которые указывают на то, как традиция от Алексея Михайловича морская передалась Петру. И его первые опыты ведь тоже, они же тоже были сначала в Подмосковье, понимаете, да, связанные с освоением морских, так сказать, первых навыков. Они тоже там происходили. И уже затем было пробито окно в Европу, и вот пробито было с помощью кораблей, в первую очередь, и моря. И мне кажется, мы должны сегодня говорить во многом о периоде, связанном именно с основанием морской державы, с ее началом как таковой, и с продолжением одной крови, участвующей в этом продолжении. Да? И о том, что сегодня происходит, сегодня тоже, в общем, мы имеем дело с достаточно серьезным интересом, подъемом интереса к именно к этим вещам, именно к морям, к плаванию, к мореплаванию, и к тому, что уже там происходит всякого рода и международные, как бы, на этой почве движения. Ну, например, там движения, связанные с тем, что мы живем, как бы, и зависим от Мирового океана. Последние саммиты международные были этому посвящены, его чистоте, его экологии и так далее. И все это так или иначе будет связано и с правилами мореплавания, и с тем, как дальше будут развиваться наши отношения с морскими державами, с теми, кто живет в океанской черте, в морской границе, там, где есть реки, озера и так далее. Здесь можно очень долго говорить, но вы просто все фиксируете эти даты уже не первый год. Собственно говоря, почему мы хотели вас еще раз всех послушать, и чтобы об этом знали люди, которые нас слушают или которые будут читать. И еще раз вспомнили о том, что мы живем в морской державе, что 22 августа день флага, и что более или менее эта история сегодня подтверждается всеми. Сегодня еще будут говорить наши коллеги. И, наверное, она стоила того, чтобы нам сегодня собраться и это обсудить. Благодарю вас очень. Спасибо. Если можно, хотелось бы писательский взгляд на нашу тему нашего разговора. Я хочу поблагодарить, во-первых, Владимира Георгиевича за то, что он свой кров предоставил. И хочу предоставить слово Владимиру Георгиевичу Бояринову, руководителю Московской писательской организации. Дорогие друзья, я рад, что мы сегодня собрались именно здесь и считаю это за честь. Спасибо, Джахан Аджиповна, за то, что вы с нами сегодня, за то, что такие, в общем-то, непростые и противоречивые порой мнения, из которых я вынес главное, что если на корабле не будет флага, стяга, корабль потонет. Поэтому через полгода у меня общее собрание. А в региональной общественной организации нужно собрать половину организации. То есть по сегодняшним подсчетам не меньше 1250 человек – это, в общем-то, ответственное начало. И чтобы корабль поплыл далее, мы это проведем обязательно. Мы обязательно введем, я думаю, как мы жили без флага. Что это у нас такие трудности? Все время нужно доказывать, что без писателей вообще-то мы не пронзаем космос. А то мы пронзаем космос,
А потом за нами космонавты летят, и вся слава им достается. А мы только пашем, ну, Джохандра Джипуна, она представляет, что, в общем-то, слово прорубает толще сознания и толще непонимания человеческого. В общем, я уже кроме шуток говорю, мы торжественно перед самым началом собрания или в начале собрания внесем триколор, на котором будет пометка гордая стоять Московская городская организация Союза писателей России. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Будет интересен этот момент, конечно, надеюсь, мы его увидим. Ну, разговор наш приближается уже к финишу. Хотя, я думаю, если кто-то захочет еще что-то сказать, то мы скажем. То мы, конечно, выслушаем наших гостей. Хотелось бы предоставить слово Евгению Владимировичу Пчелову. Правильно сказал? Заведующему кафедру вспомогательных и специальных исторических дисциплин историка архивного института. Спасибо большое. Ну, я, конечно, присоединяюсь к словам благодарности, которые были высказаны в адрес Объединенной Союзной Компании, Литературной Газеты, Русского Исторического Общества за организацию нашего сегодняшнего заседания. И коллеги мои уже достаточно подробно осветили вопросы, связанные с историей орла и с историей флага. Но я бы хотел обратить внимание на несколько кажущихся мне очень важными моментов. Первый момент. Почему именно в 1667 году возникает эта идея о строительстве корабля? Абсолютно правильно здесь было сказано. Это государственное, важнейшее государственное дело. Вот этот период конца 1660-х годов, это был период огромного подъема Московского царства и внимания к статусу нашего российского государства. В январе 1667 года было заключено Андрусовское перемирие. Это перемирие закончило очень долгую и сложную войну с Речью Посполитой. В результате этой войны территория российского государства сильно увеличилась за счет малороссийских и белорусских земель, то есть украинских и белорусских земель, которые воспринимались тогда как наследие Древней Руси. И, соответственно, это было как бы объединение Руси, когда-то бывшей единой, под властью московского государя. Формируется новый титул, совершенно новый, отличный от предшествующего. «Сия великий и малый и белый России самодержец». Это титул времен вот этой войны. В 1666 году создается гербовое знамя Алексея Михайловича. Что это такое? Это не просто какое-то знамя. Это официальное государственное военное знамя, которое выполняло функцию государственной регалии. Не было на Руси никаких флагов, не знали этого понятия. Были знамена, и самое главное среди знамен был государев стяг. Вот был сделан новый государев стяг. Это гербовое знамя, на котором были гербы помещены территориальные, гербы тех территорий, которые входили в титул. Это было важное государственное дело. После окончания войны был разработан новый государственный герб для царской печати. Впервые изображение на царской печати официально именуется гербом. То есть есть абсолютно четкое представление о значении государственной символики. И этот герб был разработан. Это была достаточно сложная композиция. Были подняты крылья двуглавого орла. Появились регалии скипетра державы в лапах орла.
была создана эта государственная печать, которая оставалась неизменной в России до начала XVIII века, до правления Петра Великого. Это тоже явление государственного масштаба. И в это же время, в июне 1667 года, принимается решение о строительстве корабля «Орел» и первых русских судов. Действительно, Россия должна стать морской державой. Правда, только на одном море, на котором, которому она имела беспрепятственный доступ, свободный. Да, можно было плыть этим кораблям до этого моря. Это Каспийское море. Но там, в водах Каспийского моря, а окружали Каспийское море государства другие, восточные государства, мусульманские государства, да, это было связано с взаимоотношениями с Персией там, и так далее. Вот тут нужно было демонстрировать мощь и силу русского государства, и здесь и понадобился корабль «Орел». Так что это было не просто какое-то случайное явление, вдруг мы решили, давайте-ка займемся этим. Нет, это все вписывается в контекст чрезвычайного повышенного внимания к репрезентации государства на международном уровне с помощью герба, с помощью знамени, с помощью корабля. Теперь далее Андрей Александрович совершенно справедливо сказал, что русское правительство как-то не очень, может быть, волновал вопрос о флаге. Голландцы выступили здесь инициаторами. Действительно, Ян ван Сведен задал этот вопрос. А какой флаг? Почему русское правительство этого не понимало? Да потому что не было понятия флага. Ну, не имели представления о том, что, как корабль, что должно быть на корабле. Этого не, этой традиции вообще не было в России. Она только формировалась. И вот в процессе этого формирования в 1668 году были определены цвета для того флага, который должен был быть поднят на корабле «Орел», на корме и на носу корабля. Вот была определена расцветка флага. Это очень важно, потому что действительно само понятие государственного флага, как правильно здесь говорил Виктор Николаевич, оно обязано своим возникновением именно флоту, потому что вы должны государство демонстрировать прежде всего где? В море. Не сухопутная армия. Сухопутная армия будет идти под военными знаменами. Это совершенно другое явление. А вот в пространстве мирового океана, на водах, вот здесь и появляется понятие флага, который символизирует данное государство. Поэтому само явление государственного флага обязано своим рождением флоту. Это, в принципе, вопрос, так сказать, истории вексилологии. Поэтому голландский флаг и был одним из первых флагов такого рода. Какие должны были быть эти флаги? Конечно, они должны были простыми. Почему государственные флаги, традиция государственных флагов до сегодняшнего дня, это все достаточно простые полотнища, да, разделенные там на 2-3 полосы, контрастные цвета, да потому что нужно видеть на море, сразу понимать по цветовому обозначению, что за государство корабль представляет, какое государство. Вот и все, это практическая цель. Но эти цвета в 1668 году были определены, они обозначены в документе. Червчатые, то есть, значит, красные, белые и лазуревые, то есть синие, голубые. Вот эта расцветка, эта колористика была определена. Но что еще очень важно? В 1669 году корабль получает название «Орел». А почему он получает название «Орел»? Потому что двуглавый орел – это герб государства. Орлы должны были быть изображены на корме корабля и на носу. И орлы должны были быть нашиты на флагах корабля. Вот еще что принципиально важно. Понимаете, не просто цвет.
цвет в данном случае тогда еще не играл того определяющего значения, какой он стал играть уже в 18-м, 19 веке и так далее. Герб, который должен был присутствовать на этом цветовом определенном расположении полос. Вот этот герб в центре, орел, он и был главным идентифицирующим символом. Какого цвета был этот орел? А мы не знаем, какого цвета он должен был быть или был, если он был действительно. Не знаем. Но у нас есть аналоги, более поздние аналоги, но связанные с Петром Первым, связанные с Архангельском, с другим нашим портом, где в 1693 году был поднят флаг царя Московского, так называемый. Его открыл Петр Иванович Белавинец, знаменитый наш знаменовед, и он его привез в Петербург. Этот флаг царя Московского, это было полотнище бело-сине-красное, и в центре был нашит золотой двуглавый орел. Поэтому можно думать, что и на корабле «Орел» тоже на флагах должны были нашиты золотые вот эти самые орлы. В конечном итоге, в 1669 году эта материя была выдана, флаги были пошиты, мы это точно знаем, что они были пошиты, и корабль из Дединовской верфи вышел и поплыл благополучно. Но как выглядел этот флаг? Вот здесь следующий большой вопрос встает перед нами. Как он выглядел? Потому что нету описания ведь. И есть разные версии. И была, например, версия Петра Ивановича Белавинца, который считал, что флаг был крестообразный, что был крест прямой, разделено полотнище на четыре части, да, синий крест, а части полотнища красный и белый. На что опирался Петр Иванович Белавинец? Он опирался на гравюры, изображающие осаду Азова, Шхонебека. Это осада, значит, азовские походы Петра 1690-х годов, 96-й год. Вот там на этой гравюре она позже была сделана, чем этот сам поход. Она не очень достоверная на самом деле. Там вот изображены эти крестообразные флаги. Еще они встречаются в некоторых европейских справочниках по флагам рубежа 17-18 веков. Но были они в действительности, мы не знаем. Может быть, были, но где они были, тоже неизвестно. Потому что помимо, вообще-то говоря, Архангельской и помимо Воронежской верфи, была еще Переславская флотилия Петра, например. Там тоже могли быть какие-то флаги. Так что это вопрос, который остается открытым. Но Ян Стрюйс, которого почему-то здесь называют авантюристом, несколько раз его так назвали, он не был никаким авантюристом. Это был совершенно потрясающий, замечательный человек, который совершил великолепные путешествия, описанные им в своих книгах. Вот. Он был тоже один из, так сказать, участников этого плавания. И, кстати говоря, он описал вот эту историю с княжной. Ага, вот про княжну, про Стеньку Разина, он это и... Ну, вот это все, как он ее бросает за борт. Да. Ян Стрюйс, да, это Ян Стрюйс, он был современник. Да. Так вот, этот замечательный Ян Стрюйс, который опубликовал свое путешествие, в 1676 году вышло первое издание голландское «При жизни Стрюйса», а потом были еще другие. Он опубликовал еще и рисунки, которые были гравированы с изображением Астрахани. И на рейде Астрахани там стоит этот орел. И на орле там изображен флаг трехполосный флаг. Правда, там белая полоса посередине, это очевидно. А черно-белая гравюра, естественно. А две темные, верхняя и нижняя. Да. Вот. То есть голландский или перевернутый голландский, сложно сказать. Но он, тем не менее, показал нам вот это горизонтальное деление полотнища флага, что принципиально важно. Конечно.
Конечно, конечно, совершенно верно. Да. Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно. Безусловно, безусловно. Да, да. 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 Поэтому я, если честно, вот да, да. Разумеется, они были поставлены на кораблях, правильно, да. Дальше, рулевое управление, а при этом название кораблей. Ну, просто обратите внимание, эскадры и эскадрилья. Да, вот все флота следующие, включая космический флот, они все судна или суда, понимаете, да? Они флоты. Поэтому просто было дано начало именно там. И тот же характер экстерриториальный на самолетах, например. Да? То есть это кусочек земли, который перемещается сквозь стихию, будь это море, вода или будь это небо, понимаете? Будь это космос, это тоже там стихия. И это потрясающие, интересные вещи, они сидят в нашей генетике, потому что это случилось уже очень давно. И, наверное, это логично, что и символы государственные появлялись именно оттуда. Ну, во всяком случае, вот сегодня я это еще раз услышала. Мне просто, как человеку, который за этим просто наблюдает и пытается делать какие-то выводы для себя, было крайне интересно. И спасибо вам еще раз, если есть еще что-то кому-то добавить, я буду только благодарна. Сейчас еще момент. Да, я хотел бы закончить вот на чем. Понимаете, вот вы говорите правильно, какое решение там и так далее. Да, у нас нет, к сожалению, документального решения 1668 года. У нас есть комплекс этих документов, это дело. Вот Андрей Александрович верно заметил, что это дело было опубликовано в середине 19 века. И с тех пор оно не публиковалось. Вот было бы очень правильно и хорошо. Да. Вот сделать новую, серьезную, хорошую документальную публикацию всех этих документов на новом уже уровне той исторической науки, которая у нас есть сегодня. Это, мне кажется, очень важная задача. Наверное, будем подводить уже итоги. Наши гости, кто-то еще хочет что-то сказать? Хотелось бы предоставить также слово главному редактору литературной газеты Максиму Адольфовичу Замшеву. Дорогие друзья, ну, конечно, спасибо вам большое, что пришли в литературную газету. Знаете, я вот, слушая эти замечательные выступления, несколько для себя отметил моментов. Очень важно, что сказал
Андрей Петров, да, говоря о флаге о 17-м году, о феврале 17-го года. Ведь это первый республиканский флаг. Да, в 17-м году мы впервые стали республикой. И мы как бы республика до сих пор, по факту. Но с того момента было много эпизодов, когда мы психологически возвращались снова к монархии. И очень важно, что вот это вот романтическое республиканство, да, когда ценности личности, они в первом плане, что есть и в нашей Конституции, которая как раз появилась вскоре после 22 августа 1991 года, когда снова флаг появился как государственный символ. И вот в ОСК, литературная газета, вся эта связь говорит о том, что мы непобедимы. Потому что мы иррациональны. Да, казалось бы, ну что, какая здесь связь? Корабли, судостроение, рациональная история, литературная газета. А вот эти бумажные пароходики, что пускают дети, как только появляются лужи. Это ощущение, которое испытывают писатели около верфей, не думая, как там что строится. Они понимают, что это будет корабль, который поплывет, который раскроет границы. Вся вот эта наша огромная, вот эта многослойность нашей жизни, да, это то, что нам надо показывать миру. Но я бы это назвал идеей романтического просвещения как главной государственной идеей России на ближайший период. Тогда все будет у нас хорошо, так же, как на нашем круглом столе. Спасибо вам. Большое спасибо всем, кто сегодня участвовал в круглом столе. Если еще есть какие-то реплики, замечания, то пожалуйста. Если нет, то будем его завершать. Очень быстро пролетели незаметно, почти 2 часа. Еще раз всем большое спасибо. Спасибо. Ну, думаю, что через пару недель, да? 7 августа, да. Так что спасибо, спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Поддерживал дисциплину и порядок в нашем круглом столе. Никого не прерывал, но строгим взглядом всех держал в рамках. Ну, я старался, так каким уж строгим был. Все хорошо просто и точно укладывают. Спасибо большое. Я вам тогда журнал подарю. Спасибо. Там без конечных. По-любому случае будет интересно. Спасибо.